нашей жизни и сделать нас невосприимчивыми к любым болезням. Речь идет о нанороботах, которые будут миллионами вводиться в организм человека и круглосуточно его патрулировать, устраняя различные проблемы. Например, отлавливать вирусы, ускорять регенерацию тканей, устранять тромбы и многое другое. Созданием нанороботов ученые занимаются уже сегодня. Предполагается, что первые версии могут появиться в следующем десятилетии и будут просто доставлять лекарственные средства нужные участки организма. Но мы же говорим о продвинутых нанороботах, которые будут совмещать в себе функции наноассемблеров. Быть может, подобное будет изобретено не раньше, чем через сотню-другую лет. Но когда это произойдет, наша жизнь значительно станет лучше. Сегодня, несмотря на относительно развитую медицину, множество людей все еще погибает от различных вирусов. Тот же грипп ежегодно мутирует, и прошлогодняя вакцина от него не защищает. Но бактерии постоянно становятся все более устойчивыми к антибиотикам. И вот тут нанороботы могут нанести сокрушительный удар. Ведь как ни сильно вирусы не мутировали, а бактерии не приспосабливались, адаптироваться к нанороботам просто невозможно. Они не пощадят ни одного незваного гостя в организме человека. Также нанороботы могут значительно снизить смертность при ранениях, быстро создавая новые ткани в пораженных участках тела и органов. Если же человек потеряет руку или ногу, то они отрастят новую. Но самое главное, что может